наткнулся на вот такое интересное видео выступление Путина. Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Многие из моих подписчиков мне писали: «Илья, не лезь в политику». Но мне кажется, не разбираться в таких вещах в наше время – это глупо. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,5 миллиона человек, да? 2400. Взяли и воду отрубили там. Ну, войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Здесь Путин, как мне кажется, объяснил настоящую цель, настоящую причину, почему он развязал эту войну. Все элементарно. Просто ему перекрыли водичку. Вот и все. Вот и пришлось солдатам входить. Так что я с самого начала говорил, что вот эта вся ахинея о том, что какая-то денацификация, мне сразу было понятно, что это для того, чтобы провести водичку в Крым. А весь этот цирк, придуманный с этими референдумами, со всем вот этим, это все делалось только ради одной цели, чтобы дать воду в Крым. Для этого Буча, для этого Ирпень, Мариуполь. Все только ради одной водички. Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Да, и он в этом прав, потому что он знает, что он преступник. И рано или поздно ему придется предстать перед правосудием, и что за ним придут и будут его судить. Ну, это как, знаете, если взять для примера, некий грабитель забирается в квартиру и там что-то ворует. Да? И тут до него доходит, что его в любом случае найдут, хозяева квартиры, ну, заявят на него в полицию, и ему придется сесть в тюрьму. И для этого он берет и убивает хозяев этой квартиры, чтобы на него никто не подал в суд. Вот, мне кажется, примерно такой логикой руководствуется Путин, потому что он знает, что то, что он отобрал Крым, столько горя и беды натворил в Луганске и в Донецке. Он знал, что будет расплата в любом случае. Вот и все. Просто, знаете, мне, ну, в первые дни еще, когда началась эта вся война, это все агрессивное вторжение, эти все убийства, тогда я еще общался с россиянами, у меня было много подписчиков, с которыми мы общались в личку, они мне там писали, и они мне четко говорили там про какие-то натовские базы, про что-то там еще, а я им еще тогда говорил, что Путин просто хочет водичку в Крым. Потом мы перестали общаться с этими людьми, но сейчас вот Путин сам об этом заявил, что вот ради водички он развязал войну, захватывает территории, и все вот это вот идет. Ну, конечно же, за это все будет суд, будет покарание, будет трибунал. Все, что разрушено, все нужно будет восстанавливать. Людские жизни уже, понятное дело, никто не вернет. От правосудия он все равно никуда не денется. Так что мы действуем правильно и своевременно. А, будет ли существовать Украина? Сможет ли Украина существовать как государство? Но и мы, сможет ли Россия? Но мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно. То есть это чмо на полном серьезе считает, что Украина это все его, то есть принадлежит ему полностью, и мы должны делать все, что он говорит, и видите ли, он забрал Крым, и удивляется, а почему это они там протестуют, а почему это они там воду перекрывают, это вообще как? Это же мои эти холопы, че, какое право холопы имеют протестовать, вы че? Но мы должны сопротивляться.
Мы показали, в принципе, что мы это можем и очень эффективно. И будем продолжать вплоть до полной победы. Вот такие дела. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Все, всем удачи, хорошего дня. Пока.